Мур, привет, друг! Это «Выживший в празднике Зверько» и новостной выпуск 1.4.44. 17 января на основу выйдет Кармила. Ее можно будет купить за 32 тысячи бо или за 599 алмазов со скидкой в первую неделю. 22 января будет доступен облик на Адетту «Очарование удачи». Стоимость в 749 алмазов и стандартная скидка. 18 января добавят в продажу статую Ланселота, она до этого была ивентовой. А 1 февраля статую Алисы, которая тоже была ивентовая. Честно сказать, никогда не обращал внимания на облик башен, моя цель ее разломать, а не любоваться. 24 января выйдет платный скин на ландшафт к магическим шахматам за 899 алмазов плюс скидка. Серьезно, платный скин на шахматную доску? Кстати, к этому времени, 24 января, шахматы выйдут как приложение к основной игре. Я постараюсь выпустить ознакомительное видео для новичков по этой аркадной версии шахмат. Переходим к изменениям героев. Линг. Пассивка. Шанс крита увеличили с 20% до 40%, но уменьшили урон со 160% до 140%. Второй навык. Раньше затраты энергии были 35%. Для всех уровней, теперь уменьшаются с уровнем навыка с 40 до 30. Таким образом, разработчики стараются передвинуть Линга на более позднюю игру, но с учетом предыдущего нерфа посмотрим, что с ним будет. Грейнджер. Первый навык. Базовый урон уменьшен с 30 до 20 на первом уровне, но увеличен прирост с 26 до 28 единиц. В итоге база такая же, как и на основе, 160. Таким образом, немного ослабили его старт. Харит. Второй навык. Перезарядку уменьшили на 1 секунду для всех уровней. Как говорится, чтобы сделать человеку хорошо, надо сделать сначала плохо, а потом как было. Маша. Ульта. Уменьшение урона продлили с 3 секунд до 5 секунд. Кае. Второй навык. Уменьшили скорость передвижения. Судя по описанию, просто полностью убрали ускорение после применения. Иксборг. Второй навык. Базовый урон уменьшен с 40 до 30, а прирост урона увеличен с 12 до 14. Ситуация как с Грейнджером и многими другими героями. Разработчики хотят сделать игру не такой быстрой со старта. Но многие ли рассчитывают на урон от второго навыка у Иксборга? Люнакс. Добавили к базовым хп 100 единиц. Бакси. Пассивка. Ранее урон уменьшался от уровня героя с 28 до 56 единиц, а теперь нате 35 для всех уровней. Ван-ван. Ульта. Понизили физический бонус с 60% до 50%. Сильвана. Второй навык. Базовый щит увеличен с 300-450 до 340-540. А вот магический бонус уменьшен со 100% до 70%. Это в отношении щита, но не урона. Изменили роль на боец-маг. Сиссилион. Второй навык. Немного добавили ширину навыку. Теперь совпадает с эффектом. Ульта. Добавили магический бонус с 10 до 15%. Бруно. Первый навык. Уменьшили физический бонус. Было 105%, а будет 100% ровно. Ангела. Второй навык. Теперь от него можно корректно избавиться очищением. Франко. Исправили баг, когда союзники блокировали крюк. А значит, скоро Франко вернут. А Авроре оптимизировали анимацию навыков. На этом заканчиваем с изменениями. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями и удачи, друг! To go to the NFT show for some fun. Hello, my friend. I've been waiting for too long. Come and join in my dream world.
смерть, тупый яд, а так ушел мертвый отряд, а не жив, чтоб победить.